Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей, а темой данного обзора будет люстра из коллекции Negresco от производителя Ideal Lux. Люстры в коллекции предлагаются с металлическими элементами в цвете хром и золота. Есть они на 8 рожков и на 10. И также в коллекции предлагается бра на 2 рожка. Это хрустальная классическая люстра. Это насчет стиля, есть у меня такое мнение, что когда в классической люстре металлические элементы используются в цвете хром, то все же это носит какую-то частичку современности в стиле изделия. Если мы посмотрим на эту же модель в цвете золота, то лично мне все ясно, однозначно классика. А в данном случае все-таки есть какой-то небольшой уклон в сторону современности. Рожок у нее из прозрачного дутого стекла. Центральная часть состоит из хрустальных блоков разного диаметра. Блюдце хрустальное. И украшена она хрустальными каплевидными подвесками. Они здесь двух размеров. На блюдце поменьше, а здесь более крупные. А цепь скрыта бархатным чехлом белого или черного цвета. Это у нас модель на 10 ламп. Тип патрона у нее Е14, материал водоростойкая пластмасса. А максимально допустимая мощность потребления лампы 40 Вт. Можем ее включить. Вот так она выглядит включенной. Лампа открыта, поэтому поток света рассеивается свободно. А лампа всю свою мощность полностью отдает. Учитывая ее размеры и количество ламп, подойдет она для комнаты площадью от 25 до 30 квадратных метров, в зависимости от типа или назначения помещения, так как где-то света нужно больше, а где-то его так много и не нужно, как, допустим, спальня и гостиная требуют для себя разной интенсивности света. В спальне нужно меньше, в гостиной побольше. Высота у нее полная 1,10 м. Минимальная может быть она 85 сантиметров, если всю цепь мы убираем. Крепится она на крючок, диаметр потолочной чаши будет 12,5 сантиметров. На этом у меня все. Кому понравилась данная модель, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока!